Ситуация на линии разграничения несколько стабилизировалась. По данным СНБО, на Луганщине в минувшие сутки было спокойно. В Донецкой области боевые столкновения прошли в Горловке и вблизи Донецкого аэропорта. На юге области, по данным штаба АТО, под минометный обстрел попал поселок Водяное. В Володарском районе огонь велся на протяжении нескольких часов. Информации о пострадавших на данный момент нет.